тобі зіграю на повторне, або може труби. Сонце вийде за хмари, дай по покрівлі загуркотать дощі. Чому? Бо я не той, хто тобі потрібен. Моє вкриє місто, то ти побачиш, як я гарно танцюю. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Я подарую тобі зірок на місто, крижаними фарбами тебе-тебе я намалюю. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Чому? Я саме той, хто тобі потрібен. Я саме той, саме того. Потрібен насправді. Это Стас Конкин! Самый той, кто нам всем потребен! Стас Конкин с города Одессы! Ну, я не могу не спросить тебя, как одессита, одессита. Ты можешь сейчас показать, прямо сейчас, направление в сторону Дерибасовской? Можешь или нет? Ну, где-то там, по-моему, нет? Где-то там. Я думал, ты ответишь мне вопросом на вопрос, типа, а зачем, как настоящий одессит? Этого не произошло. Ну, ты же из Одессы, зачем я буду тебя так? Я хочу, чтобы сейчас... Все наши зрители обратили внимание вот на ордена Стаса Конкина. Это ордена Ямайки. Правительство Ямайки наградило Стаса. Это высшие награды замечательного острова. Стас, но есть одна ложка дегтя. Все-таки страна наша называется не Ямайка, а Украина. Да. Да? А ты все время поешь у нас... Давай все-таки микрофон отвечай, так будет правильнее. А ты у нас все время поешь регги. Так и да, Украина. Ты таки действительно настоящий растаман. Хорошо, тогда я обращаюсь к нашему замечательному жюри. Регги по-украински, Ukrainian style. Вам понравилось, Диана? Да, я очень, мне очень понравилось. Вы преданный этому жанру человек. Мне такие люди симпатичны. Продолжайте. Отлично. Александр, а у вас в команде есть, кстати, тоже любители регги? Могут что-то противопоставить? Треба запитати у них, вони зараз там сидять. Привет. Есть, говорят, да, хорошо, вон они. Насправді очкарика очкарика не обидить, тому я хочу сказати, що насправді мені дуже сподобалось, тому що такий позитив, ну, класно. Це музика, яка подобається Стасу, і мені так само. Тепер вже. Хорошо. Руслана стоя прослушала практически все выступление Стаса Конкина. Танцевала я. Да. Да. Не просто стояла. Качала. Прокачивала конкретно. Стасик, я тебя люблю, ты же знаешь. У нас принято говорить «Ай». Братик, я тебя люблю. Ай. И твой подарунок мне на день рождения, он зі мною. Я действительно тебя полюбила на этом проекте. Да, мы с тобой на одной хвиле. Ну и, наконец, Стас. Веселый парень, любитель природы, особенно флоры. Сделал сегодня то, что нужно было. Слушайте, или нет? Ему и фауна тоже очень нравится, на самом деле. Я знаю. У меня дома енот живет, между прочим. У него енот. Он звонил уже, просил. Если ВКонтакте посмотрите, там фотосессия с енотом на весь контакт. Енот сейчас голосует, кстати. Да, енот голосует, уже с трех телефонов отсылает, да.
Но мы не про енота, а про конкретного одесского пацана, который поет регги. Вот, и сейчас он был в условиях абсолютно лайв-концерта тоже, да? Вот, что и, собственно, мне очень греет душу, потому что настоящий лайв-артист должен выступать именно так, с бэндом, с музыкантами. Вот, он прокачал зал, делал и так, кто как мог, так и делал, да. А самое главное, почему же регги-то это не украинская музыка, если он сам здесь родился и корнями в Украине? Если вы выгоните этого музыканта, вы не получите больше солнечного настроения на проекте. Подумайте об этом, прежде чем проголосовать за него. Вот так. Спасибо, Стас. Спасибо, Стас. Всем давным-давно известно, что остров Ямайка откололся от пляжа Лузановка и переплыл через Атлантический океан. Если вы поддерживаете эту геологическую версию, это действительно территория Украины. Мы ждем ваших звонков на номер 0910-28-17 или смс с числом 17 на номер 9800. Помните, что именно от ваших голосов зависит, будет ли с нами дальше замечательный солнечный Стас Конкин, которому мы продолжаем аплодировать.